Фестиваль интеллектуальной литературы имени Натальи Сорот «Откройте» стартовал. Книжную ярмарку ивановцы ждали ничуть не меньше, чем саму фабрику «Авангарда». Известные издательства привезли продукцию для взрослых и детей с минимальной наценкой. И у некоторых издательств уже были планы на это время, тем более, что мы вольно и невольно конкурируем с московской книжной выставкой и ярмаркой. Только что закончилась Иркутская международная книжная ярмарка. Но тем более отрадно, что целый ряд издательств, приличных, солидных, известных издательств, смогли сюда приехать, привезти свои книги. И вот ту лакуну, которую не смогли заполнить издательства с какой-то долгоиграющей программой мероприятий, заполняют книжные магазины, которые привезли книги, которые издают издательства, которые не присутствуют на ярмарке. ГТК «Галактика» представляют книги по развитию мышления. По ним с детьми можно заниматься с 4 лет. Все наработки оригинальные. Каждый автор – практикующий специалист. То есть это РТВ – развитие творческого мышления. И книги на базе ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. То есть это то одно из немногих, что экспортируется на Запад. Потому что школы ТРИЗ существуют в Южной Корее, в Сингапуре, в Германии, в Белоруссии, ну и так далее, фактически по всему миру, в том числе в США. В США открыт специальный институт по изучению теории решения изобретательских задач. То есть наша задача – научить детей мыслить нестандартно, нелинейно, не шаблонно и решать открытые жизненные задачи, то есть те задачи, которые ставит перед нами жизнь. Магазин из культурной столицы предлагает интеллектуальную литературу. Продавец уверяет, что среди петербургских магазинов у их товара самая демократичная цена. Магазин «Порядок слов», набережной реки Фонтанки, Санкт-Петербург. Мы привезли редкую и замечательную литературу по кино, в первую очередь по театру, современная драматургия, художественный киносценарий, ну и совершенно редкие образцы прозы и стиха, как раз относящиеся к периоду начала 20 века, золотая эра футуризма, кубизма, супрематизма. Книжная ярмарка будет работать до воскресенья. Продавцы признали, что готовы торговаться и уступать в цене. Как-никак, это ярмарка. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.